А мы еще пойдем посмотрим. Кого? Ну вот пойдем, вот. Здесь находится наш отдел продаж. Ну вот мы и на месте. Жилой комплекс «Южный квартал». Коммерция направлена на социальные нужды. Семья из 4 человек на 40 квадратных метрах. Но обои будут именно в белом цвете. В «Южном квартале» в подарок от застройщика идет кухня. Все верно. Здравствуйте, меня зовут Валентина, и я специалист инвестиционно-строительной компании «Неаполь». Мы уже ранее вас знакомили с уникальным жилым комплексом нашего курорта «Южный квартал». И сегодня мы снова встретимся с нашими партнерами компании «Развитие», чтобы узнать, что нового произошло у них за последнее время. Здравствуйте! София, мы сегодня с вами встречаемся в новом для нас месте. Здравствуйте, Валентина. Да, мы открыли новый офис, расположенный по адресу проспект Революции 3, в здании самого передового жилого комплекса «Золотая бухта». Наш офис расположен рядом с МФЦ. Именно в этом офисе у нас сейчас происходит все юридическое сопровождение сделок. Также, что наиболее актуально в настоящее время, у нас вся дистанционная работа с клиентами ведется в этом офисе. Здесь находится наш отдел продаж, представлен 10 менеджерами на объекте. Также здесь есть менеджеры по региональным сделкам. Вот наша зона переговорная. Здесь можно получить полное юридическое сопровождение сделки, ознакомиться с договором долевого участия и задать все интересующие вопросы. София, ну хотелось бы еще от вас услышать, какие новости, какие изменения произошли в Южном квартале и в общем, может быть, в компании «Развитие». Мы сдали в декабре месяце в первую очередь, сдали с небольшим опережением все-таки. Далее мы активно сейчас готовимся к сдаче второй очереди. По графику у нас сдача второй очереди 2021 год, первый квартал. Но мы, скорее всего, сдадим в этом году, по крайней мере, очень сильно к этому стремимся. Я вам предлагаю проехать в наш второй офис и познакомиться с нашим объектом еще раз и поближе. Спасибо, София, мы обязательно туда поедем сейчас. Очень рада была вас видеть. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Ну вот мы и на месте. Жилой комплекс «Южный квартал». Пойдемте к Ивану, руководителю отдела продаж. Он ответит на все наши вопросы. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Валентина. Мы были в вашем новом офисе на Золотой Бухте. Нам очень там понравилось. Теперь приехали к вам, чтобы вы нам рассказали, что нового произошло у вас на стройке. Вы наверняка знаете, что мы успешно сдали первую очередь нашего жилого комплекса. И сейчас особо приятно собирать положительные отзывы от наших дольщиков. На сегодняшний день они уже собственники своих квартир. Да, наши клиенты очень довольны своими приятно квартирами. Слышать. Иван, но особое внимание привлекают детские площадки, открыты уже все коммерческие помещения и уже готова придомовая территория, выполнено озеленение. Да, на самом деле благоустройство нашего комплекса придомовой территории великолепно. Все коммерческие помещения уже сданы. Как мы и говорили, коммерция направлена на социальные нужды наших жильцов. Хозяйственные магазины, магазины для детей, салоны красоты, мебельные салоны. А если говорить о детских площадках, со второй очередью мы будем сдавать футбольное поле. Оно будет огражденное, большое, красивое. Иван, торговый центр почти готов. Да, Валентина, на самом деле торговый центр будем сдавать вместе со второй очередью. В принципе, идем с опережением графика строительства, введем в эксплуатацию уже в этом году. 1300 квадратных метров коммерческой недвижимости. На первом этаже будет большой семейный гипермаркет. На втором этаже тоже будут коммерческие помещения. Если я не ошибаюсь, аренда еще актуальна.
Муниципальное образование нашего города начало строительство прогулочной аллеи, которая берет начало от нашего комплекса и до самого моря, до набережной. Будет организован удобный спуск к морю и благоустроен пляж. На самом деле это очень удобно будет для жильцов нашего комплекса. В течение 20 минут прогулочным шагом они смогут добраться до моря, да и в принципе погулять на тенистой хорошей аллее. А может быть, посмотрим шоу-рум квартиры в самом жилом комплексе? Хорошая идея, Валентина. Наши демонстрационные квартиры вам покажет менеджер нашего отдела продаж Моник. Вот, собственно, и она. Здравствуйте. Ценность квартир в нашем жилом комплексе – это продуманность планировок, над которыми работали лучшие специалисты, привлеченные компанией развития. Да, на примере этой демонстрационной квартиры мы видим, как комфортно может разместиться семья из 4 человек на 40 квадратных метрах. На сегодняшний день пользуется спросом планировка Евростандарт. То есть это кухня-гостиная плюс спальня. Большой плюс у нас вот как раз в зоне. Здесь у нас кухня-зона, здесь у нас отделена именно зона гостиной. Если мы поднимем, у нас как вариант именно диван-кровать, то есть он поднимается, здесь у нас остается диванчик, то есть днем, в принципе, где мы можем отдыхать, готовить, принимать гостей. После мы опускаем, у нас дополнительно спальное место. Несмотря на то, что спальня 11 квадратных метров, здесь все помещается, полноценная кровать. Да, все верно. За счет планировки, продуманности, здесь у нас вмещается кровать. Да, мы показываем, что это максимально можно большую кровать вместить. Также у нас здесь предусмотрена ниша под шкаф-купе, которая никак нам в дальнейшем не будет мешать. Здесь уже выкрашены обои в синий цвет. Да, все верно. Мы показываем, что можно покрасить в любой цвет, но обои будут именно в белом цвете. Также в подарок получают наши дольщики паспорт дизайн-проект от наших партнеров Interni Consulting Group, по которой в дальнейшем могут мебелировать свою квартиру. А давайте пойдем посмотрим квартиру наших клиентов, которая еще не мебелирована, и посмотрим, в каком виде вы будете сдавать квартиры дольщикам. Обратите внимание на входные металлические двери. Это не строительная дверь, менять ее не нужно. Давайте пройдем в зону гостиной. Я немножко расскажу о ремонте. То есть уже будут также установлены межкомнатные двери, будут обои под покраску, будет постельный ламинат, натяжные матовые потолки. И сплит-система тоже будет уже установлена. Да, все верно. В одной из комнат будет установлена сплит-система. Это подарок от застройщика. Валентина, давайте с вами поднимемся на 17 этаж в один из наших шоурумов. И я вам покажу, какие будут установлены кухни и сантехника в наших 3-й и 5-й очереди. Пойдемте. Насколько я знаю, только в южном квартале в подарок от застройщика идет кухня. Все верно. У нас такая комплектация будет именно в студиях. То есть варочная панель на 2 конфорки, будет мойка, смеситель и будет вытяжка. В наших других квартирах, кстати, немножко другая комплектация. Мы можем пройти и посмотреть. Вот такие кухни будут установлены в 5-й очереди. Всего неделю, но очень комфортно. Довольны, да, квартира? Магазин близко и, в общем-то, ну, мы мало еще здесь знаем, но все устраивает пока. Спасибо. Учитывая темпы строительства в нашем комплексе, летом этого года мы планируем убрать всю тяжелую технику. Мариш, ну и самый ожидаемый этап строительства вашего жилого комплекса, я думаю, все этого ждут, это фитнес-центр. Да, все верно. Фитнес-центр мирового уровня World Class.
Это два крытых бассейна будет, детские и взрослые. Это будут залы для групповых занятий, тренажерный зал, спа, сауна, хаммам. То есть все для отдыха и активного образа жизни. А еще очень удобно, что управляющая компания находится прямо на территории жилого комплекса. Все верно. Это очень удобно. Формула комфорта наша управляющая компания. Если мы говорим по коммунальным платежам, они у нас выходят около 2000. Также у нас предусмотрены индивидуальные приборы учета по всем коммуникациям на каждую квартиру. Вот такие изменения у нас произошли за последнее время. Спасибо. Я вам очень благодарна за уделенное нам время. В принципе, вы его никогда не жалеете для партнеров и наших клиентов. Спасибо, до свидания. До свидания. Но мы еще пойдем посмотрим придомовую территорию. Я уверена, что вам понравился жилой комплекс «Южный квартал» и вас впечатлила динамика строительства. Если вы хотите приобрести квартиру в этом жилом комплексе или у вас еще остались какие-то вопросы, то звоните прямо сейчас. До встречи в Анапе!